Московская полиция ищет неизвестных, которые этой ночью расстреляли мужчину на заправке. Трагедия произошла на одной из АЗС, расположенной на внутренней стороне 41-го километра Московской кольцевой автодороги. В правоохранительных органах сообщили, что нападавших было несколько. После расстрела злоумышленники скрылись на Мерседесе. Получивший ранение мужчина умер на месте. Объявлен план-перехват. На заправке работает следственная оперативная группа. Выясняются возможные мотивы и обстоятельства произошедшего.